Двигаясь от Акташа в сторону села Кашагач, можно увидеть специальные указатели на турбазу «Маленький рай», а там и на Серебряное озеро. Путь от базы к алтайской достопримечательности лежит через болото и заросли лиственниц, что усложняло жизнь туристам до 2017 года. Затем хозяйка «Маленького рая» взяла земли в аренду, проложила деревянную тропу и установила парочку интересных статуй. По пути к пруду можно увидеть Бабу-Ягу, Змея Горыныча и избушку на курьих ножках. Но из-за этого вход стал оплачиваемым – 100 рублей с человека. Гейзерное известно как гейзеровое, голубое, серебряное озеро в Лаганском районе Республики Алтай. Находится в 6 километрах от поселка Акташ у подножия Северо-Чуйского хребта. Высота над уровнем моря – 1370 метров.